России. Дорогие коллеги, друзья, у меня самая простая задача сообщить о том, что подготовка чемпионата мира в Будапеште спланирована, согласована с ЦСП и профинансирована, в том числе и подготовка юношеской команды. Никаких мероприятий у нас не срывалось, все идет спокойно, в нормальном режиме. Хочу сказать, что регулярно провожу тренерские советы с тренерами. Все однозначно понимают задачу. Мы должны спокойно и профессионально работать и выходить на определенный уровень результата. В этом году последний раз в олимпийском цикле были немножко повышены нормативы. На Олимпийских играх они равняются, вернее, на этот чемпионат мира в Будапеште, это 10-й результат предыдущего сезона в мире. И также на неолимпийских дистанциях это 8-й результат, по понятным причинам. Больше эти нормативы повышаться не будут. Уровень развития плавания, наличие спортсменов наших в мировом рейтинге нам позволило это сделать. Тактика поведения сборной команды достаточно простая. В этом и следующем году мы встаем на тот уровень, на котором должны находиться, уже достаточно уверенно идем к Олимпийским играм, не надеясь на то, что кто-то из юношей в последний год выскочит и принесет нам золотую медаль. Спасибо.